На сегодняшний день в регионе работают 213 центров точка роста. Цитируем: «Мы создаем равные возможности для получения качественного образования во всех территориях Кузбасса. В этом году нам удалось завершить большую работу. Теперь в каждом муниципальном образовании области есть такие современные образовательные пространства. Еще больше школьников, живущих в сельских территориях и малых городах, могут осваивать новые технологии, изучать робототехнику, развивать умение работать в команде, креативность, стратегическое и пространственное мышление. Предметные лаборатории с современным оборудованием дают возможность заниматься исследовательской деятельностью, готовиться к поступлению в учебные заведения», подчеркнул Сергей Цивилев.